города Кинешма, Ивановской области, Россия. Меня зовут Степан, 58 номер, класс С500. Это чемпионат Кубок СНГ проводится у вас в Беларуси здесь. А мы каждый год на него приезжаем, добрый город Гомель. Не забываем никогда. В Беларуси мы всегда приезжаем. Очень радушно нас всегда здесь принимают. Очень нравится здесь. А как вам водичка? Водичка тепленькая, супер. Вот, искупали. Не могу. Ну нормально, все хорошо. Там в гонке не слышно ничего, там трассы. И только коридор впереди, и только соперники. А зрители, они только помогали где-то там внутри.